Шаббат шалом, хаг самеах. И для тех, кто не понимает, что такое хаг самеах, это с праздником. С каким же, вы скажете, праздником среди октября можно поздравлять? С праздником шалашей или праздником кущи. Я хотел бы прочитать 23 главу книги Левит с 39 стиха. «А в 15-й день 7-го месяца, когда вы собираете произведения земли, празднуйте праздник Господень 7 дней, в первый день покой и в 8-й день покой. В первый день возьмите себе ветви красивых дерев, ветви пальмовые и ветви дерев широколиственных и верб речных, и веселитесь пред Господом Богом ваших 7 дней». Нужно веселиться 7 дней. Вы, надеюсь, веселились 7 дней, да? Обязательно, пожалуйста. Написано «веселитесь», «веселитесь». Так, «и празднуйте этот праздник 7 дней в году. Это постановление вечное в роды ваши. В 7-й месяц празднуйте его. В кущах живите 7 дней». Жили в кущах? Нет. Вот после служения всем нужно постоять под этой кущей, которая есть у нас в общине. Может, Господь засчитает вам немного. Да? Это вот примерно то, что должно быть. «В кущах живите 7 дней, всякий туземец, израильтянин должен жить в кущах». И зачем? Смотрите, здесь написано зачем. «Чтобы знали роды ваши, что в кущах поселил я сынов Израилевых, когда вывел их из земли египетской. Я Господь, Бог ваш». Итак, праздник шалашей. Праздник шалашей – это праздник, во время которого еврейский народ вспоминает чудо. Чудо всего того периода, 40-летнего Божьего обеспечения, которое он являл в пустыне. Жили израильтяне в палатках, таких кущах, таких шатрах, очень простых, очень примитивных. И вы знаете, это не были каменные дома. Любой маломальский хороший ветер или зной, он мог разрушить эту кущу. Любой враг мог прийти и разрушить эту кущу. Это не крепость. В крепости можно было сидеть долго, правда? Особенно в то время. У кого была крепость, тот был молодец. А здесь были кущи. И еврейский народ выжил 40 лет и очень даже хорошо выжил, правда? Я вам хочу сказать, что на самом деле наш с вами Суккот, он продолжается. Потому что если так реально посмотреть на стабильность нашей современной жизни, друзья, да, то все то, что мы проходим сейчас, оно очень сильно похоже на праздник кущей. Потому что у нас нет великой стабильности, правда? Мы никогда не знаем, будет ли у нас хлеб или не будет. Вроде сейчас есть, и хорошо. На сегодняшний день достаточно. Нужно трудиться руками, нужно что-то делать. И Бог, Он выходит навстречу. Может быть, у нас сейчас нет возможности иметь много модной и хорошей одежды, как они были тогда вот в пустыне, помните? Они взяли с собой что-то с Египта, и написано, что одежда их не ветшала. 40 лет одна и та же мода. Я думаю, может, они ее перешивали, дарили. Ты идешь на день рождения, что-то даришь, там, знаете, такое вот винтажное, 40-летнее. Да-да-да. И люди были счастливы. Периодически роптали, получали от Господа и снова были счастливы, правда? А если роптали очень сильно, тогда умирали. В общем-то, просто. Я думаю, что принципы Суккота, они приходят и в нашу жизнь. Мы можем роптать, иметь неблагодарное сердце, и Бог это замечает и реагирует на неблагодарность в нашем сердце. Но также Он и благословляет тех, кто благодарен Ему. Он заботится о каждом человеке, который в простоте сердца совершает свой путь. И вы знаете, что нам есть куда идти. Мы все в пути, как верующие люди. Мы в пути к тому месту, где будет, где, скажем так, земля обетованная. Земля, где наши сердца, где мы, наши семьи, мы сможем найти полный покой, где произойдет полное искупление, полное преображение нашей жизни. Поэтому, друзья, всегда празднуйте Суккот. Если есть возможность где-то у себя во дворе построить этот шалаш, постройте, кушайте там, пейте кофе утром, если у вас Бог благословил кофе, приглашайте друзей, встречайте там шаббаты, радуйтесь. Здесь написано «радуйтесь». Итак, как бы ни была сложна наша жизнь, у нас есть повод
радоваться перед Господом. Поэтому высвобождайте эту Божью радость в своей жизни. Итак, хах-самеях. Хах-самеях, друзья. Это такое небольшое вступление. Я не буду сегодня больше делиться о Суккоте. Когда я вот размышлял о том, чем же поделиться, я понимаю, что традиционно нужно говорить о тех праздниках, которые проходят, правда? Но основные понятия мы обновили с вами в нашем разуме, в нашем сердце. Если вы хотите больше узнать, пожалуйста, Левит 23 глава и другие главы, они рассказывают более подробно. Я в каком-то смысле по-прежнему размышляю о тех праздниках, которые прошли. И мы помним, что у нас был Рош ха-Шана, время трубы, время, когда человек взвешивает свое состояние и готовится к тому суду, который будет в будущем, к тому решению, которое Всевышний произведет в его жизни. Мы говорили на прошлом служении с вами о искуплении, мы говорили о Йом-Кипуре, мы говорили о том действии, которое производит искупление. И в этих вот размышлениях, знаете, я вдруг осознал, что одно из слов очень часто мелькает вот перед моими глазами. Слово «замещение». Помните, мы в прошлое собрание мы говорили о том, что Иешуа, он стал тем козлом отпущения, который заместил нас, заместил. И это слово вот «замещение», я и так, и сяк как-то оно шло, я там читал одну статью богослова одного, и я снова вижу это слово, и я понимаю, что вот есть смысл поговорить и поразмышлять об этом. Возможно, вы слышали такое понятие – теология замещения. Слышали, да? Очень интересное понятие. Мы сегодня коснемся непростых вещей. Я хотел бы, чтобы вы были внимательны. Сегодня будет твердая еда. Да, ну вот поэтому будьте настроены и старайтесь воспринимать это именно таким образом. Что такое теология замещения? Если говорить по-простому, в христианских кругах это вера в то, что церковь, церковный народ заменил в Божьем плане еврейский народ. То есть раньше давным-давно Бог избрал для себя один особенный народ – евреев. Но после того, как пришел Мессия, они его не приняли, они его отвергли, и произошло замещение. То есть они стали где-то далекими, теми, кто стал проклятыми, и на сцену вышла церковь, блистающая, красивая, со знаменами, знамя любовь такое вот красивое вроде развивается, и, в общем, приняла Иешуа, поэтому теперь есть церковь, народ Божий. И вы знаете, на самом деле это очень непростая тема. Если мы говорим о теологии замещения, мы понимаем, что на самом деле от нее пострадало в прямом физическом смысле очень большое количество евреев во все времена и во всех поколениях. И я вам хочу сказать, что эта вера вот в то, что я говорю, она до сих пор достаточно сильна во многих церквях, к сожалению. Я верю, что одна из таких важных, одно из призваний мессианской общины – это приносить Божье понимание в церковную среду относительно теологии замещения, а также в еврейскую среду относительно теологии замещения, потому что обе эти стороны, они достаточно, скажем так, напряженно говорят об этих вопросах. И я осознаю о том, что я сейчас, в общем-то, также захожу в определенные сферы, скажем так, конфликта и определенные сферы разговора, ну или, скажем, дискуссии. Итак, теология замещения, классический вариант, она бывает, оказывается, разная, но классический вариант говорит то, что я уже говорил выше. Церковь заменила собой еврейский народ. Все, были одни, теперь их нет. Если они хотят спастись, нужно прийти в церковь на тех условиях, которые именно в церкви, и сделать все то, что там им скажут, евреям, и тогда, может быть, Господь, ну, в основном сейчас уже говорят, да, Господь вас примет без проблем, именно тогда произойдет искупление, именно тогда в вашей жизни пройдет замещение. Мы говорим, что
фактически Израиль выходит из круга Божьего народа. И в таком вообще подходе присутствует всегда, всегда присутствует определенный дуализм, то есть определенное противопоставление важных вещей. Например, Новый Завет, он всегда противопоставляется Ветхому Завету, правда? Вот новый хорошо, а старый, он же старый, его не нужно, как бы вообще даже можно и не читать. Это было то ж евреям, а это ж церкви. Понимаете, да? То есть определенный дуализм, есть что-то белое, а есть что-то такое темное, не очень хорошее. Есть закон, а есть свобода. Слышали такое, когда верующие говорят, это вы по закону так живете? Ах, а теперь что у нас? Благодать. То есть Бог Ветхого Завета – это Бог, который судит, Бог судья, а Бог Нового Завета какой? Бог любящий, правда? Ишуа, он все прощает. Можно просто вот только приди, все вот так легко. Тогда нужно было заслуживать Божье расположение, сейчас что? Не нужно заслуживать, правда? То есть одно противопоставляется другому. И, соответственно, в такой же логике евреи, отвергнувшие Мессию Израиля, противопоставляются язычникам, которые приняли этого Мессию и таким образом стали настоящим народом Божьим. И вы знаете, одним из вариантов вот вообще теологии замещения является идея роста, о том, что на самом деле мы можем представить все развитие церковной вообще истории Божьей в том, что происходил определенный рост. Вот до Иешуа люди были вот такого уровня. Но когда пришел Иешуа, они как бы выросли на новую ступень. Старое теперь, оно в любом случае старое. Мы теперь более грамотные, мы верующие, мы верим в Иешуа. Поэтому это нормально, когда евреи отходят в небытие. Теперь же есть церковь. Это то, что развитие нормальное, естественное, то, что было предусмотрено Богом. Итак, вот примерно такое учение было в церковной среде. Оно появилось достаточно рано, буквально в конце первого, начала второго века мы уже видим у некоторых богословов упоминания, причем отцов церкви, таких подобных идей. Поэтому ересь это достаточно старая, но очень сильно живучая. Очень сильно живучая. Поэтому мы сегодня об этом говорим. И как результат вообще такого мышления было несколько таких ключевых направлений теологии замещения. Первое – это карательный подход. Карательный подход в теологии замещения, он выражался в том, что евреев не просто терпели, их изгоняли, их всячески притесняли физически, законно, незаконно, разными указами, всякими такими вот налогами и так далее, в зависимости от периода, в который происходило это. И в конечном итоге пиком карательной формы теологии замещения было физическое прямое уничтожение евреев. И в частности, например, мы можем говорить о Холокосте, который был совершенно недавно. Мы можем говорить, например, о погромах, которые были здесь, например, в Одессе около 100 лет назад. К сожалению, вот эти идеи, которые я озвучиваю, они и звучали. Зачем нам эти жиды? Давайте мы их убьем. Ведь они продали Христа. Образ Иуды, как человека, который был предателем, он глубоко вошел в нашу культуру и вообще фольклор. Вы можете, вот там говорит кто-то, вот ты Иуда, да? Ну о чем? Мы сразу понимаем, какая характеристика присутствует в этом выражении. Он же не говорит, вот ты Исаак, вот ты Авраам. Ну тогда бы мы сказали, в смысле? А вот когда говорится, вот ты Иуда, ну тогда все понятно. То есть это посыл негативный. Таким образом, поступок одного человека становится клеймом на весь народ. И это возбуждает дух антисемитизма, это возбуждает вообще дух антихриста, который стремится уничтожить весь человеческий род.
и дух смерти стоит за такими вещами, потому что именно смерть приходила как результат вот такого карательного подхода. И к большому сожалению, если мы посмотрим исторически, я не хочу называть какие-то имена богословские, скажем так, но, к сожалению, мы можем увидеть вот такие зерна, которые очень сильно росли во всей истории церковных отношений вместе с еврейским народом. Очень много мы можем увидеть там, сям, прорастало и выливалось в серьезные экзекуции против еврейского народа. Итак, это первый карательный подход. Следующий подход назывался экономический, экономический подход. То есть, когда церковь рассматривалась как семья Божья, в данном подходе вроде бы ничего плохого нет. Никто никого не убивает, никто не агрессивен, но это еще не значит, что с распростертыми объятиями в церкви готовы видеть каждого еврея. То есть, окей, вы можете к нам приходить, но вы должны как бы осознавать весь тот стыд и все то жалкое состояние, в котором вы находитесь, евреи. Вы должны осознавать ту благодать и милость, и вообще ту такую любящую руку, которую мы, как церковь, простираем вам, чтобы вы были приняты нами, святым обществом. И я сейчас немножко как бы утрирую вот этот момент, но делаю его более острым, но в такой форме, именно в экономическом форме, теология замещения, она существует в той или иной мере в современных церквях, некоторых, давайте будем говорить так, да? То есть мы вас рады принять в свои круги, но вы должны осознать, что на самом деле печать проклятия находится на вас. Тогда, когда вы сказали, кровь его на нас и на наших детях, когда Иешуа убивали, помните, да? Обычно цитируется это место Писания о том, что вы сами сказали, что на наших детях, и вот кровь Иешуа Спасителя на ваших руках, и вы виноваты. И фактически, знаете, в таком подходе церковь, она возносит себя на определенный пьедестал, давая возможность быть теми, кто судит, давая возможность проявлять не совсем Божью любовь, а скорее гордыню. Гордыню и такое надменное выражение. И мы знаем, что большинство евреев, они не в захвате от идеи пойти в церковь. Знаете почему? Именно потому, что они встречают там вот подобное отношение. Оно отворачивает их. Потому что, дескать, мы, христиане, великие люди, а вы вот как бы второго сорта. И это проблема, потому что на самом деле это не соответствует Писанию. Это ересь и это неправильное учение, которое не поддерживается Библией. Итак, в таком подходе не проповедуется явный антисемитизм или какая-то ненависть к евреям. То есть не всегда. Может быть разные формы, разные такой, как бы, знаете, градации. Но просто подчеркивается как несостоятельность еврейского народа и неспособность вообще как бы на что-то быть сдатным, вот на что-то как бы сгодиться в Божьих глазах. Только если пройдут какие-то там особые какие-то, знаете, вот если ты будешь сильно нам докажешь, мы тебя там внутренне как бы примем, если ты будешь себя правильно вести, будешь сильным христианином, вот так и вот так и вот так. Итак, идея очень понятна. Произошло замещение. Вот был Израиль, он был любим Богом, теперь появилась церковь. Мы это берем и ставим сюда. Язычники были когда-то далеко, теперь Израиль далеко. Мы берем вот этих людей, верующих из языческих народов, и говорим, вы особенные, теперь Бог наслаждается общением с вами. Так работает теология замещения. Замещение. Следующий подход называется таким образом, воплощение в Израиле, или скажем так, следующий подход или взгляд, он начал развиваться вообще, когда начало появляться мессианское движение. Вы знаете, что еврейские мессианские общины, они неоднородны по своей структуре, в
том смысле, что можно встретить общины, которые, например, танцуют с флагами, можно встретить общины мессианские, где женщины могут проповедовать, пастыря могут быть. Мы можем встретить мессианские общины, которые все будут одеты в кипы, талиты, все будут мужчины обрезаны, мужчины и женщины будут сидеть отдельно, все будет очень четко по синагогальному варианту, и это тоже будет мессианская община. То есть само по себе мессианское движение, оно неоднородно. В принципе, так же, как и христианские церкви, правда? Есть более консервативные, есть более харизматичные, есть ортодоксальные церкви, которые имеют другую форму служения. Итак, когда начали размышлять над мессианской общиной, начали размышлять вообще над классической теологией замещения, начали более внимательно смотреть на Писание, ну, очевидно, можно увидеть, что она несостоятельная, что это неправильное учение. И был как бы предложен вариант решения этого вопроса еврейским народом. Как он выглядит? Если говорить вкратце, выглядит он следующим образом. Нет, на самом деле, мы как мессианские общины хотели бы вам сказать, Бог не закончил с еврейским народом. У Бога по-прежнему есть взаимоотношения, и они очень близкие, потому что Бог не отменяет своего закона и не отменяет своего обещания еврейскому народу. Более того, его любовь расширяется на других людей, из язычников, но которые теперь могут прийти, собственно говоря, к Богу и стать частью того завета, держателями и хранителями которого являемся мы, еврейский народ. Таким образом, если вы хотите отношений с Богом, начните считаться с еврейским народом, который имеет уже эти отношения очень давно, и мы вас научим на самом деле, как нужно служить Богу, потому что наши праотцы служили Богу уже веками. Аминь? Вы встречали такой подход, правда? То есть это было предложение, это было решение, именно ответом на те вопросы, которые поднимались в соответствии с теологией замещения. То есть на самом деле первичный еврейский народ. И все так и осталось. Хотите к Богу? Пожалуйста, присоединяйтесь к нам. И дальше начинается очень интересное. В таком подходе, как правило, но не обязательно, Синайский договор по-прежнему актуален. Традиции еврейские по-прежнему актуальны. Даже что-то из Каббалы актуально. Но почему нет? В конце концов, это старое учение, древнее очень, правда? Посему, если вы хотите, то мы вас научим, каким образом нужно служить Богу. Прежде всего, то есть фактически речь идет об определенном духовном гиюре, а иногда даже физическом гиюре, принятия на себя обязательства Синайского договора. И, конечно же, где-то там звучит слово «Ишуа», и он даже может быть в некоторых общинах «Мессией». Иногда можно встретить, что он божественен, например. Слышали такое, да? «Ишуа не Бог, но он божественен». Если вы это услышите, имейте в виду, это большая разница. Божественный и Бог – это, ну, как бы, это вообще два разных понятия. Одно говорит о том, что это настоящий Бог, а второе – тот, кто исходит от Бога. Тот, кто сотворен, тот, кто является, возможно, ангелом Божьим, возможно, каким-то олицетворением чего-то Божьего. То есть на самом деле начинается целое приключение теологическое. Мы можем этого не замечать. Но вы видели такие общины, да? Кипе. Почему? Я периодически встречаю одного человека, который рассказывает мне, как мы не правы, потому что мы не в кипе круглый год и так далее и тому подобное. Его образ жизни желает просто лучшего, но он считает себя евреем, понимаете, да, верующим даже евреем. И что у него, наверное, Господь? Наверное, я не знаю. Ну, это сложно вообще определить. То есть он говорит, ну вот я приходил к вам на служение, я как-то вижу, что-то вы так себя ведете, как харизматы какие-то.
Так не должны себя евреи вести. Если вы хотите понять истинную веру, вам нужно сходить там в другое место. Он мне рекомендовал там одно место, куда сходить. Вот. И там на самом деле, вот вы вообще кашрут соблюдаете? Я говорю, ну, как бы, вот в том понимании ортодоксального иудаизма, который учат, нет, не соблюдаем. Чувствуете, да, посыл вот этот? Придите к нам, к еврейскому народу, и мы вас научим, как надо жить. На самом деле мы вам расскажем, как нужно находиться в завете с Богом. Но еще раз говорю, контекст этого всего дела, он опирается очень сильно на Синайский договор, на то, что было когда-то, то, что было дано Моисею и так далее. Ключевым местом Писания, вокруг которого строится такой подход, является Римлянам 11 глава. И фактически нужно читать всю главу, и там описывает Павел два дерева. Помните? Одна маслина благородная и одна маслина, которая прививается. То есть под благородной маслиной подразумевается именно еврейский народ. Понимаете, да? Слышите знакомые слова? Благородная маслина. А к ней прививается дикая маслина. И там говорится, вы, в общем-то, дикая маслина, ты как бы не сильно тут вот подымай свой нос, потому что на самом деле благородная маслина благородная. Вот так вот, да? Именно вот такой вот посыл идет. И интересно, что в такой модели еврейский народ, он первичен, а все, кто из других народов, они занимают как бы второе место после них. Понимаете, да? Вот есть Бог, вот есть еврейский народ, а тогда вот что достанется, то всем, ну не то, что достанется, вот они прививаются. Потому что там написано, что питается вся эта структура от корня. Ну мы же понимаем, как вообще, как идет сок в дереве, например. Как? Он идет снизу, по стволу, а потом по веточкам, правда? То есть, если, ну, как бы корень там снизу, типа Господь, да, потом еврейский народ, то уже вот дальше уже вот все остальные, те, которые прививаются к этому благородному растению. Интересно, что в Откровениях 5 глава 5 стих написано: «И один из старцев сказал мне, не плачь, вот лев от колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть сию книгу и снять семь печатей ее». То есть здесь в этом контексте речь идет о Иешуа. Он назван, именно он назван тем корнем Давидовым. То есть корнем, через который питается все Божье строение, все Божье растение через Иешуа. Это означает, что он питает как благородную маслину, так и питает ту, которая не благородная. Итак, если мы опираемся на такой подход, на такой взгляд, у нас начинается проблема самоидентификации. Потому что по такой логике, в принципе, любой человек из нееврейского народа, который желает примириться с Богом, он должен в каком-то смысле стать евреем. Он должен в каком-то смысле стать одним из народа Божьего. И иногда мы можем видеть такие случаи, когда на какой-то мессианской конференции, это уже такая притча во языцах, ты встречаешь человека, одетого как хасида, выглядящего как хасида, в такой шляпе красивой, с пейсами, он картавит красиво букву «э», и все как нормальные хасиды делают, и вы когда с ним пообщаетесь, оказывается, что зовут его просто Саша, что он там с соседнего города, он не еврей, но просто любит все еврейское, он принял гиюр где-то там учился, получил смеху на какого-то, ну, как бы, звание раввина там или служителя. И вы понимаете, что человек находится в жесткой системе, у него проблема самоидентификации, он не знает, кто он. Он еврей, но он хочет всем доказать, что он еврей. Или он не еврей, который пытается выглядеть очень по-еврейски, причем по-ортодоксально-еврейски. Итак, фактически в таком подходе мы становимся духовными прозелитами или духовными евреями, потому что именно это происходило
тогда, когда язычник приходил в израильское общество и принимал иудаизм. То есть брал на себя ответственности закона. Человек должен был обрезаться, должен был исповедать Господа, отречься от всех иных богов, пройти ритуальное омовение в микве. Итак, поэтому мы встречаем общины, которые соблюдают кашрут, которые ратуют за обрезание, у которых женщины занимают особое место, мужчины другое, и так далее, и так далее, и тому подобное. Все это имеет также традиционно корни в Синайском договоре. Также мы видим, что эта среда, она способна рождать определенное превозношение по отношению к церковной среде. И мы имеем с этим большие проблемы на сегодняшний момент, на самом деле, буду честен. Люди из церквей, они смотрят на такие мессианские общины, и они говорят: послушайте, мы не хотим с этим ничего общего иметь. Мы не хотим, чтобы вот такое приходило в нашу среду. Потому что мы видим, как это сковывает людей. И периодически, когда я общаюсь с разными служителями, они очень тактично выспрашивают именно, во что же мы верим и на что же похоже наше служение. Особенно, если это традиционные какие-то служители баптистско-пятидесятнического толка. И я их прекрасно понимаю, потому что они объясняют, что происходило и какой опыт у них был в церквях раньше. Они говорили: был у нас брат один, вдруг он решил стать евреем. Был нормальный человек, служил в домашней группе, все хорошо делал, но связался вот с мессианскими евреями, которые ему сказали, что нужно кашрут, но все, он уже не Саша, он уже Ицик. И фамилию даже поменял, ищет еврейку, хочет жениться, уехать в Израиль. Мы с ним и так, мы с ним и сяк, мы с ним и вот туда. И уже думали на энкаунтер вести, так сбежал по дороге. Улавливаете? И они говорят: а зачем нам такое нужно? До этого он был хороший, полноценный, просто прекрасный служитель на домашней группе. Сейчас это что-то странное. Это что-то странное. Мы так не верим. Мы не видим этого в Писании. И я понимаю, что, к сожалению, это имеет место. И здесь также, друзья, в этом подходе присутствует определенный дуализм. Все, что еврейское, это хорошо, а все, что не еврейское, церковное, это плохо. То же самое, видите, да? Там было одно, а здесь совершенно другое. Все, что церковное, это плохо. Но вы знаете, друзья, оба эти подхода, которые мы можем говорить определенным замещением, да, они не имеют ничего хорошего, не имеют никакого хорошего результата для тела Христа. Ни первый вариант, ни второй вариант не делает тело Божье крепким. Это производит определенные разделения и разногласия, которые больше вредят нам, как верующим, как телу Ишуа, чем делают нас ближе к Богу. Ведь и в том варианте каждая группа людей стремится угодить Богу. Правда? Просто делает это в соответствии с тем, как они это понимают. И реальность состоит в том, что оба эти подхода, они не до конца точно соответствуют Писанию и не совсем полно отражают Божье сердце к людям. Итак, давайте будем разбираться дальше. Вам не сложно? Нет? Вы еще здесь? Хорошо. Вот, Паша здесь, все, я спокоен. Мы всегда будем здесь. Итак, мы знаем, что Ишуа пришел в этот мир. Для чего? На прошлом служении мы с вами говорили. Чтобы произвести действие искупления, правда? Чтобы заместить собой весь человеческий мир, всех людей. То есть среди всех людей, которые жили на земле, не нашлось того, кто мог бы быть искупителем. Все были достаточно, недостаточно чисты. Все люди не исполнили Божью волю. И кого же Ишуа заместил в первую очередь? Давайте мы поговорим об этом. Мы говорили об искуплении, да? Но кого же Ишуа заместил в первую очередь? Я думаю, что в первую очередь замещение, оно касалось еврейского народа.
Послушайте, что я хочу сказать. Изначально Бог выбирает для себя народ. И он говорит, ты будешь моим народом, Израиль. Не потому, что ты многочисленнее, не потому, что ты умнее и красивее. Я избрал тебя. Это моя суверенная воля. Что я хочу от тебя? Ты должен явить мою святость для всего человечества. Через тебя я хочу показать себя. Через законы, которыми ты будешь следовать, я хочу, чтобы все люди, глядя на тебя, говорили, вот это народ, у которого есть Бог. Давайте пойдем к нему и научимся служить этому Богу. Во время праздников, представьте, целую неделю они празднуют, радуются, живут в кущах. Все язычники смотрят и говорят, а что это у евреев происходит? Он говорит, о, да мы вам расскажем, у них Суккот. Они радуются, потому что Бог их вывел. То есть, вы понимаете, вот эти все действия, они способны указать на нечто особенное, на взаимоотношения, на то, что происходило, как красиво это было, как величественен был Бог во всех праздниках, в Рош-Хашана, в Йом-Кипур. Все эти вещи, они способны были нести свет Божий в остальной мир, где царило язычество, где была темнота. И мы понимаем, что Иешуа, он приходит, потому что не находит человека, способного совершить искупление. Таким образом, мы видим также, что еврейский народ, он не смог справиться во всей полноте с той задачей, которую Бог возложил на него, быть светом для мира. Он не смог быть тем, кто в полноте ответил на все нужды этого мира. То есть, фактически, в первую очередь мы можем говорить, что Иешуа, будучи представителем еврейского народа, будучи Богом на 100%, он заменяет собой еврейский народ, идя на крест. И не делая при этом еврейский народ неважным или незначимым, он просто делает то, что должны были когда-то сделать они. Он говорит о силе Божьего прощения, он говорит о силе искупления. Происходит невероятная, сильная демонстрация Божьей победы над всяким грехом, над всем тем, что сдерживало людей в рабстве. Но мы также понимаем, что искупление или замещение, которое производит Иешуа, оно настолько велико и сильно, что оно, его достаточно, чтобы к нему начали приходить и люди, которые из других мест, овцы другого стада, язычники. Оказывается, такого не было вот так вот в таком массовом порядке. Евреи не занимались евангелизациями в то время. Иешуа говорит, вы можете теперь приходить ко мне. Раньше для вас это было сложно, но теперь для вас достаточно помолиться молитвой покаяния в мое имя, и Бог простит вам грехи. Потом вы входите в завет, новый завет, принципиально новый, особый завет. Вы заключаете этот завет со мною. И в этом завете, через водное погружение, которым вы показываете все те изменения, которые уже произошли в вашей жизни, вы становитесь частью Божьей семьи. Он называет теперь не только свой народ, еврейский народ, сынами, он способен теперь называть также и людей из языческих народов, также сыновьями и дочерьми Божьими. Итак, вместо своего народа Иешуа проходит путь праведности. Он исполняет закон, становится светом для тех, кто не знает Бога, для язычников. Таким образом, друзья, если мы говорим о реальности искупления, в центре искупления не находится еврейский народ. В центре искупления не находится верующий из язычников. В центре искупления находится Иешуа, распятый и воскресший Бог, который пришел из еврейского народа. Если мы говорили в первых двух подходах о том, что церковь первична, а еврейский народ вторичен, если мы говорили во втором подходе о том, что еврейский народ первичен, а церковь вторична, то, друзья, я хочу, чтобы вы осознали одну вещь. Иешуа, он первичен. А все мы, не смогши удовлетворить ожидания закона,
мы приходим к Нему и говорим: «Пожалуйста, Господь, дай нам примириться с Тобой на основании заместительной жертвы Иешуа Мессии». Мы, будучи евреями и неевреями, мы хотим быть частью Твоей семьи. Мы понимаем, что нам нечем гордиться. Не тем, что я еврей, не тем, что я не еврей. Потому что все согрешили и лишены славы Божьей. И мы приходим, получая оправдание даром. И Иешуа говорит: я принимаю тебя как часть своей семьи. Давайте посмотрим интересное место. Римлянам 3 глава, 21-31 стих. Немножко много, но очень важно. Мы будем читать медленно. Итак. «Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божья». Независимо от закона явилась правда Божья, о которой свидетельствует закон и пророки. Правда Божья через веру в Иешуа Мессию во всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе. Потому что, еще раз, друзья, все согрешили и лишены славы Божьей, получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, замещением. Вот такая теология замещения у нас должна быть. Иешуа заместил меня. Он взял мои грехи на крест, и Он воскрес. Которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде. Во время долготерпения Божьего к показанию правды Его в настоящее время, да явится Он праведным и оправдывающим верующего в Иешуа. Где же то, чем бы хвалиться? Где? Где же то, чем бы хвалиться? Написано, уничтожено. Каким законом? Законом дел? Нет, но законом веры. Ибо мы признаем, что человек оправдывается верою, независимо от дел закона. Неужели Бог есть Бог иудеев только, а не и язычников? Конечно, и язычников. Потому что один Бог, который оправдывает обрезанных по вере и необрезанных через веру. Итак, мы уничтожаем закон верой? Никак. Но закон утверждаем. Итак, центр нашего служения Богу должен быть Иешуа, друзья. Тот, кто стал нашим заместителем, тот, кто стал нашим оправдателем, тот, кто искупил каждого человека. Но, если мы смотрим в Писание, мы видим, что все же в Божьем сердце остается особое отношение к еврейскому народу. Не становится еврейский народ хуже, не является лучше, но по-прежнему Бог сохраняет очень близкие и особые отношения именно с этим народом. Смотрите, Римлянам 1 глава 16 стих, очень такой известный стих. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божья ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и эллину». То есть Писание говорит о том, что благая весть о искупителе, благая весть об искуплении в первую очередь должна быть направлена для еврейского народа. Они знают о Боге, они знают о законе, о заповедях, о том, что такое вообще существует. Поэтому пойдите им скажите о том, что пришел искупитель, что они теперь могут войти с ним в новые взаимоотношения. В первую очередь, они давно ждут. Послушайте, они больше ждут, чем вы. Вы не ждали, вы даже не знали, что существует искупитель, что существует грех. А они ждали, поэтому пойдите и скажите. Есть
Божье сердце к еврейскому народу. Но это не означает, что народ лучше. Народ по-прежнему нуждается в Мессии, народ по-прежнему нуждается в Искупителе. Поэтому, друзья, евреи и язычники, верующие из язычников, вместе образуют один храм, одно здание на основании Нового Завета, краеугольным камнем которого является Иешуа Мессии, Мессия. Это одно здание, одно из строение. Никто не любим более Богом, и никто из них не грешен больше, чем другой. Все они, в общем-то, недостойны были принятия. Все, понимаете? И Иешуа заместил собой весь мир, как евреев, так и язычников. Он стал тем, кто исполнил Божий закон, умилостивив Бога и ответив на Божие ожидание праведности, на Божие ожидание справедливости. Итак, друзья, подводя итог, мы можем сказать, что картину можно представить следующим образом. Центром нашего спасения является Иешуа, наш Агнец, наш Искупитель. Он привлекает к себе всякого человека, кто готов покаяться и готов заключить с ним завет. Он является этим корнем Давида, который питает всякого, кто к нему приходит. И народы остаются народами со своими традициями и образом жизни. Приходя к Иешуа, мы не меняем наши социальные нормы, друзья. Не меняются. Женщины не становятся мужчинами, и мужчины не становятся женщинами. Да? Мы по-прежнему те, кто мы есть. Если я рожден, например, украинцем, если я рожден какой-то другой национальности, то я прихожу такой, какой я есть. Если я прихожу к Богу инженером, например, то я таким же инженером и остаюсь, просто верующим. Правда? Я меняю свое отношение с Богом. Я заключаю с Ним завет. У каждого народа, для каждого народа у Бога приготовлена своя, так скажем, судьба, своя земля и свое место под солнцем. Вы помните, когда мы читаем о будущем, мы читаем о том, что на поклонение будут приходить разные народы к Иешуа, да? То есть народы, они будут иметь свою территорию, но они будут признавать Иешуа как своего царя. Будет еврейский народ, и нет в этом никаких проблем. Есть земля, которая была обетована еврейскому народу. Бытие 12 глава, мы читаем о том обещании, которое Бог дал Аврааму. И знаете что? Оно будет исполнено в свое время. Бог приведет еврейский народ, соберет на этой земле и действительно прославится, давайте скажем так, на том месте. Они будут поклоняться Богу, они будут служить Ему. Для других народов Бог имеет свою землю, для украинцев, для разных народов. Бог устанавливает границы. И поэтому мы должны благословлять свою землю, мы должны благословлять свой народ и не чувствовать, что мы, вот я пришел в мессианскую общину, я украинец, что я здесь вообще делаю вообще? Может, я какой-то не такой, срочно надо евреем становиться. Если не женат, срочно еврейку найти или там еврея найти, выйти замуж и вот как-то реализоваться внутри. Послушайте, это не реализует вас внутри, на самом деле. Если ты призван одним, оставайся в этом. А всякий человек не из еврейского народа, кто принимает Иешуа как своего спасителя, становится частью Божьего народа. И при этом он не становится духовным евреем. Верующий из язычников не принимает иудаизм. Вы принимаете Иешуа как своего спасителя. Вам не нужно принимать определенную, как бы скажем так, образ, да, структуру или то, как это выглядит. Но здесь тоже непросто все, потому что мы понимаем, что есть определенная культура разных общин мессианских. И в одних общинах это может быть по одному выражаться, в других по другому. Но суть состоит в том,
чтобы мы держали фокус на Иешуа. Вот если все эти группы, как еврейская группа, как церковная группа, сосредоточатся именно на этом, на искупителе, многие конфликты, они просто перестанут иметь место. Потому что люди успокоятся, понимая, что они не хуже, они не лучше, они приняты, они любимы. Иешуа – тот, кто объединяет нас всех. Давайте посмотрим 1 Коринфянам 7 глава 17 стиха по 24. «Только каждый поступает так, как Бог ему определил, и каждый, как Господь призвал. Так я повелеваю по всем церквям. Призван ли кто обрезанным, не скрывайся. Призван ли кто необрезанным, не обрезывайся. Обрезание – ничто». И не обрезание ничто, но все в соблюдении заповедей Божьих. Каждый оставайся в том звании, в котором призван. А рабом ли ты призван, не смущайся. Но если и можешь сделаться свободным, то лучшим воспользуйся. Ибо раб, призванный в Господе, есть свободный Господа. Равно и призванный свободным есть раб Христов. Вы куплены дорогою ценою. Не делайтесь рабами человеков. В каком звании кто призван, братья, в том каждый и оставайся перед Богом. Еврейская идентичность, друзья, не теряется перед Богом. Еврей, который пришел к Иешуа, он остается евреем. Украинец, который пришел к Иешуа, он остается украинцем. Он просто присоединяется к правильному корню. Он становится частью Божьего завета и частью Божьего народа. Нет повода превозноситься в теле Христа. Поэтому, друзья, я верю, что нам нужно быть открытыми для диалога между церковной средой и, скажем так, более еврейской средой. Божьей любви хватит на всех людей. Однако, друзья, очень важно понимать, что у нас, как у мессианской общины, есть ответственность перед Богом достигать наших братьев по крови в первую очередь. И поэтому мессианская община должна быть в первых рядах, просто самыми первыми среди тех, кто стремится поделиться благой вестью, Евангелием среди еврейского народа. И поэтому очень хорошо, когда мессианские общины, организовывая свои собрания, встречи, они поют еврейские песни. Очень хорошо, когда еврейские общины соблюдают праздники, библейские праздники, когда есть во всем этом мудрость и благословение. Это правильно, потому что если мы стремимся, чтобы еврейский народ примирился с Богом, давайте это делать так, чтобы евреи могли услышать. Правда? Давайте говорить правильными словами, давайте вести себя соответственно, не показывая, что мы лучше, а не хуже. Мы уже разобрали с вами этот вопрос. Мы все нуждаемся в Божьем прощении. Мы все нуждаемся в замещении Бога. Мы все нуждаемся в Его Искупителе. И Иоанна 10 глава 16 говорит стих так. «Есть у меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит мне привести, и они услышат голос мой». И смотрите дальше. «И будет одно стадо и один пастырь». И будет одно стадо, одно тело, и будет один пастырь. Мы в конечном итоге будем его паствой. Мы знаем об этом из книги Откровения, мы видим, что в конце всего, когда все-все изменится в этом известном нам мире, мы будем сосредоточены в его присутствии. Мы будем собраны в Его присутствии. Его свет, Он будет питать наши жизни, Он будет освещать наши сердца. Его жизнь будет приходить к нам, друзья. В конечном итоге все к этому идет. Поэтому, друзья, сейчас время быть этим мостом, который соединяет, который приносит единство. Когда вы попадаете в какие-то различные группы, которые говорят, нет только церковь, нет только евреи, послушайте, будьте теми, кто говорит, только Иешуа. Будьте теми, что говорят единство. Говорите, мы здесь для того, чтобы показать всем,
и евреям, и неевреям, как важно служить Богу, как можно служить Богу. Его любви достаточно на всех. Итак, в этом одно из заданий для нас, как для мессианской общины, показать церкви, показать мессианскому обществу, показать еврейскому обществу превосходство веры и служения Богу живому. Если вы понимаете, что в своем хождении перед Богом в какой-то период времени ваше сердце было направлено на проповедь теологии замещения, друзья, вам необходимо покаяться, потому что это вызывает разделение в теле Христа, это противоречит сердцу Божьему, это приводит к антисемитизму, это грех. Друзья, если вы призывали к теологии замещения, если вы ловили себя, может быть, сейчас Дух Святой вам напоминает, в определенном превозношении с еврейской стороны, вам тоже нужно покаяться. Не нужно превозноситься только из-за того, что вы родились евреем. Все согрешили, все нуждаются в Ишуа, все нуждаются в Искупителе. Если вы хотите созидать, а не разрушать, тогда не превозноситесь, но служите Божьей любовью, потому что в центре нашего спасения находится Ишуа. Аминь. Давайте помолимся. Святой Бог Израилев, Ты Бог Израилев, и через Израиль, через свой народ Ты явил всему миру Искупителя, Спасителя, того, кто взял грехи каждого человека, как еврея, так и нееврея, того, кто понес грехи каждого человека. Мы просим, Боже, чтобы Ты помог нам иметь сердце, открытое для служения Тебе, чтобы никакие корни антисемитизма, теологии замещения или какого-либо еврейского превозношения не завладели нашими сердцами. Господи, то, к чему мы хотим быть привитыми, это Твой корень, Господи, корень Давида, Иешуа, царь, Мессия, тот, кто и держит в руке каждого царя, тот, кто полагает пределы народам, тот, кто руководит жизнями людей. Боже, дай нам свою милость, Господь, не грешить перед Тобою. Боже, я прошу за каждого, кто когда-либо выражал себя в теологии замещения или в какой-либо форме антисемитизма. Господь, я прошу о том, чтобы Ты дал свою благодать для покаяния, для изменения, для того, чтобы отречься от всякого слова, которое было сказано в этом настрое антисемитском. Господь, также всякое еврейское превозношение против братьями из других народов. Господь, во имя Ишуа Мессии, мы говорим, что гордыня – это старый грех, и нет ему места в нашей среде, Боже, потому что этот грех также искуплен Ишуа Мессией. Боже, дай милость покаяться таким людям, которые так верили и так говорили и превозносились, Господь. Просим Твоей помощи, Твоей защиты, и чтобы мы бодрствовали внутри нашего сердца, чтобы мы не грешили больше, Господь. Боже, единство в Ишуа. И мы хотим быть теми, кто, как мессианская община, несет это единство. Боже, я молюсь за каждого человека в общине. Дай нам быть носителями Твоего света, света Ишуа, света Мессии, Господь, а не разносить какую-то глупость, ересь или, Боже, темноту какую-то нести. Господи, и так много греха, и так много проблем. Боже, дай нам быть теми, кто указывает правильное направление, кто указывает правильную сторону, кто направляем Тобою, Господь. Благослови нас, и мы будем благословлены. Дай нам свою помощь, дай нам свое, Боже, благословение, свою поддержку и свою благодать во имя Ишуа Мессии. Амен. Я думаю, мы можем спеть что-нибудь, да? Все же как-никак Суккот у нас. Аллилуйя! Спасибо, Господь! Спасибо, Бог Святой! Спасибо! We'll be right back.
подходит к своему завершению, но вы продолжаете служить Богу. Да благословит вас Господь и сохранит. Да презрит на вас Господь светлым лицем своим. Да обратит Господь лицо свое на каждого из вас и дарует вам свой шалом. Мы приглашаем вас на молитвенное служение в среду в 6 часов вечера на этом месте. Будем рады.